Реформата! Реформат! Обосраться. На пальцы приклеились. Привет, братишка. Пришла графика на питбайк, регульмота. Так она упакована. Клеить буду впервые. Надеюсь, все пройдет гладко. Ух, страшно. Что, нравится? Да. Только надо еще наклеить нормальный. Так, сейчас будем отдирать, пробовать. Старые. Ау, бля! Под ногу тебе. А, подожди, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гаси. Все, я больше не хочу. Серенький. Так, сейчас обезжириваем и пробуем первый кусочек приклеить. Сейчас это еще все феном погреем, разгладим. Так, передок готов. Ради этого щитка пришлось снять колесо, потому что тормозной диск менял, мешал. И заодно сейчас проверим подшипнички, смажем, если нужно. Осталась боковуха, самая страшная. Так, схема отлажена. Значит, сначала отбежириваем, потом берем графику. С этой стороны канцелярским ножочком, отрезаем углы, которые вот этот, например, сюда и вот так вот. Потом прикладываем графику, все углы приклеиваем на малярный скотч. И все, например, один угол отклеил, скотч, подложку отклеил, приклеил, пошел вот эту часть, ее приклеил. И все, и потом
вниз разгоняешь, и все готово. Так, на живьем двухсторонний скотч. Сейчас будем пробовать вот эту часть сначала приклеить, потом вот эту, наверное, и потом уже вот эту нижнюю вниз натягивать. Главное не обосраться. Так, верхнюю часть приклеили. Тут уже обложку убрал, тут остался кусочек. Сейчас пробуем дальше. Надеюсь, будет все чики-пуки, бомбония. Так, вроде уже где-то надо пора отрываться, но да, чуть-чуть даже переборщил. Оп. И все, сейчас вот это разглаживаем тут загибы. Нагреваем и загибаем. Ну все, финальные штрихи. Сюда клеим на маятник. И ставим эту приводу. Что, дамы и господа, встречаем! Прибульмота! Привод! Чё, пацаны, погодка шепчет, солнце все тает, время доставать своих кракенов. А у нас бешеный. А у нас кто этот? Единорожек. Так тепло, вообще в одной кофточке, просто кайф. Так, не знаю, ой, тут сугроб. Утонули. Сугробы все заминированы. Самое прискорбное. Оп. Поворотик. Передачку. Все, всем пока.